Есть хорошие новости и в образовании. Несмотря на тяжелые условия подготовки к ЕГЭ, в Башкирии выросло количество 100-бальников. В регионе даже есть мультибальники. Это школьники, у которых максимальные результаты сразу по нескольким предметам. Согласно указу главы республики, учителям, которые подготовили выпускников 100-бальников, должны выплатить премии в размере 50 тысяч рублей. За август надо заплатить. Ложка дорога к обеду. Надо отдать. Они заработали, они заслужили, им за это большое спасибо.